Челябинске задержали молодую пару с гранатой. Они угрожали взорвать офисный центр. Перепуганные работники здания нажали тревожную кнопку. На место инцидента прибыл наряд частного охранного предприятия. Выяснилось, девушка и парень угрожали работникам офисного центра расправой. Но когда их попытались задержать, те решили бежать. Заметив погоню, девушка крикнула молодому человеку, чтобы он бросил гранату. Так он и сделал. Как позже выяснилось, это F1, всего лишь муляж. Хулиганов задержали и доставили в отдел полиции.